Мир вам, дорогие братья и сестры. Небо уронило слезинки. Это о ней, о Галине. Одной душой земля беднее стала, одной звездой богаче небеса. Это тоже о ней. О Галине. Я недавно смотрел ее стихи, но вот пришло это известие, и я вновь перечитывал ее стихи, и вдруг обнаружил, как-то я их увидел под другим углом. Как истинный поэт, Галина прорицала, Галина видела, видимо, свою судьбу. Я коротко расскажу одно стихотворение, не полностью. Вы поймете, что я имею в виду. Вот это стихотворение, оно, по-моему, «Исповедь» называется. «Душа смятения полна, молюсь, а грех не отпускает. Святое имя призываю и пью страдания до дна». Душа смятения полна, и снова боли, и снова муки, и снова ночь моя без сна. Страдания тянуя руки. Завершается это стихотворение. Я немного волнуюсь, поэтому забываю. Бывает. Заканчивается это стихотворение такими словами. Молюсь Христу, и тише боль. И вот уже я сил полна, спасенная, иду я за тобой, перешагнув могилу. Чуть-чуть переврал, ну что сделаешь. Я к чему это говорю? Это стихотворение было написано как минимум 12-13 лет. Оно вошло в первый сборник, и вот христианский сборник. И ведь это, дорогие братья и сестры, спасенные, я за тобой иду, перешагнув могилу. Это 5 глава, 24 стих от Иоанна, где Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто слушает Слово Мое и верит в пославшего Меня, не будет осужден, но перешел от смерти в жизнь вечную». Не перейдет, заметьте, не в будущем времени не перейдет, а уже перешел, а перешел в жизнь вечную. Вот это ее слова. Еще в одном стихотворении оно, «Ночная свеча», заканчивается такими словами. «Слова раскаяния шепчу, прожитое в ночи и тоже. Ты разгляди мою свечу. Будь милосерд ко мне, мой Боже. Будь милосерд, Боже, ко всем нам. Аминь».